который вышел на экраны в 1970 году, снятый замечательным режиссером Владимиром Мотылем, знают и любят все, от подростков до пенсионеров. И, что интересно, этот фильм всегда крутят в центре управления космическими полетами перед каждой экспедицией в космос. И за все это время эта традиция не нарушалась ни разу. Итак, я раскрою секрет. Этот фильм называется «Белое солнце в пустыне». А песня из этого фильма стала настоящим шедевром. Она написана композитором Исааком Шварцем на стихи Булата Акуджавы. И сейчас она прозвучит на нашем концерте в исполнении Валентина Кондратьева. Смерть.